С 27 по 30 октября в Тольятти на базе универсального спортивного комплекса ЦСКА ВВС проходил чемпионат вооруженных сил России по гиревому спорту. В турнире участвовали более 50 атлетов, которые представляли команды военных округов, а также родов и видов войск. Несмотря на то, что гиревой спорт сравнительно молодой вид спорта, он быстро набирает популярность во многих странах мира. В гирях это в первую очередь здесь очень маленький травматизм. Во-вторых, очень большая, очень хорошая выносливость нарабатывается. И в-третьих, это в принципе силовой вид спорта. Поэтому мы все люди не слабые. Спорт очень молодой. Он вообще развиваться начал. То есть он вообще зародился где-то в конце 80-х годов и начал развиваться, ну конкретно, в странах Европы, в Америке, где-то с 2000-х годов. Поэтому, сами понимаете, что за 10 лет, соответственно, очень-очень мало достойных соперников, но все равно начинаются появляться уже соперники серьезные. Но я думаю, в дальнейшем все равно уже конкуренты будут хорошие. А сейчас, да, пока Россия вне конкуренции, начинаем выигрывать. В этой весовой категории норматив мастер спорта международного класса 153 подъема. Вот она эту планку уже преодолела. И мы видим, теперь она борется сама с собой. Молодец! Как правило, в гиревой спорт приходят уже подготовленные атлеты. Гиревой спорт пришла случайно, занималась рукопашным боем. Когда пошла работать, времени на перший из тренировок уже не было в неделю. Пошла работать в фитнес-клуб. Там был такой контингент, что не заняться гирями было невозможно. Там директор, замдиректора клуба были титулованные гиревики. Они меня быстренько взяли в оборот и переделали с рукопашника на гиревика. Интересно, насколько этот силовой вид спорта подходит для прекрасной половины человечества? Я считаю, что да, потому что девушки выступают только в рывке гири, и то максимум 24 килограмма. То есть мужчины выступают в толчке двух гирь, и две гири по 32 килограмма. То есть разница существенная, поэтому ничего сверхъестественного для женщин я не вижу. Армейские гиревики по праву считаются сильнейшими в стране, поэтому чемпионат вооруженных сил – прекрасная возможность оценить форму ведущих атлетов, открыть новые таланты. Новые ребята появляются, и также и девочки на помостах армейских соревнований. Конечно, те лидеры, которые у нас есть, представляющие сборную команду вооруженных сил, они сейчас уже на протяжении там 5-6 лет, они безусловно эти лидеры, потому что они входят как в сборную команду вооруженных сил, так и в сборную команду России. Сейчас у нас 10 спортсменов, армейцев, которые отобрались по результатам чемпионата России. 20 ноября будет представлять сборную команду России, будет представлять в Гамбурге на чемпионате мира. Соревнования по гиревому спорту такого уровня впервые проходили на базе самарского ЦСКА ВВС. И по общему мнению, принимающая сторона показала высокий уровень организации турнира. В планах оргкомитета проведение на этой базе в 2015 году первенства по данному виду спорта среди курсантов суворовских училищ и кадетских корпусов.